семейные диски, они все картинками оформлены. Вот эти первые, второй, третий это оформлял брат. Потом я поняли мы, что нам нужно самим учиться. И вот начиная с четвертого диска, я сама подбирала картинки, но это вот наше озеро Ротбальзея фотографировали мы, потом значит, делали диски, да. И мы старались так, чтобы картинка не просто была картинка, а чтобы она соответствовала названию диска. Вот, например, уже седина на висках, да. Тут осенний такой пейзаж, да, все это понятно. Потом «Не оставлю я вас, не забуду», тут тоже такая фотография, такое темное озеро и такой луч света как бы сверху, да, то есть «Не оставлю я вас, не забуду». И вот когда мне Коля сказал название «Воспою любовь Христа», я думаю, какая же картинка может подойти вообще к этому. И мне вот такое там на воле, мы сфотографировали, был такой у них стоит венец терновый такой. Ну, настоящий терн прямо, да, я его сфотографировала. Но там у меня тут же к нему и книги, там кусочек салфеточки, там какие-то другое все постороннее, да. Я не могла никак придумать, как это можно сделать. Мне очень хотелось именно этот, чтобы венок присутствовал там. Ну и потом вообще вот как-то представляла я себе, как эту картинку. И вот в этом году мы не поехали в Казахстан, к нам приехали дети, это старший сын приехал с внуком. И мы вот уже второй год ездим в церковь, и мы проезжаем такая громадное такое здание такое, как бочковидное, бывший газометр, и там сейчас проводятся всевозможные выставки. Ну и там была вывеска такая, ну как типа реклама, «Wunder der Natur», «Обезьяньи глаза», и вот они когда едут, ну, нам все равно было, мы уже второй год ездим, там, смотрю, она продляется, там, даты все продляются, я еще так подумала, ну, наверное, что-то интересное, что ли, раз все продляют, но мысли даже не было туда заехать, там, посмотреть, что такое. А сын спросил, говорит, а что это такое, там, у нашей сестры, которая за рулем была. Она говорит, ну, вообще, говорит, там вот выставки проводят, все, а внук тут же с детской непосредственностью такое, а как туда попасть? И когда мы туда попали, знаете, вот действительно, это водительство Божие, мы как раз закончили этот шестой диск, я вот ломала голову, чтобы придумать на картинку, да. Ну, там первый этаж, второй этаж, там все там о растениях, о животных, там все возможное. Когда мы на третий этаж зашли, там, знаете, вот, такой зал громаднейший, круглый зал, высота где-то больше 100 метров, и в нем, значит, макет такой, громадный макет земли. И много там спроецировано туда, и вот люди сидят прям как амфитеатром, ступеньки, и они часами сидят, смотрят на это вот чудо, там смотришь как из, как вот на ракете, как будто вокруг облетаешь землю, вот так вот все сделано. Вот смотришь, она потихонечку там движется, вот там облака, вот так это видно, как облака движутся, видно, как ночь сменяется днем, где-то, значит, там в Америке огонечки зажигаются, потом в Австралии огонечки где-то зажигаются, прям вот эти даже огни видно городов больших, да. И мы сделали, наверное, ну, штук 20, там больше фотографий этой земли. Там и зима наступает, видно было, там все это белым покрывается все. И знаете, когда вот я стала выбирать, ну мне без разницы было, какая, ну земля, я просто хотела на фоне ее сделать вот этот венец терновый, да. Я выбрала просто такую, ну, землю, там где полностью день, чтобы она была светлая, да. И когда я уже нарисовала, наверное, дисков 90, вы знаете, я обратила внимание, только тогда я разглядела, какое место Господь дал мне вот именно чисто спонтанно, я выбирала, не думая, да. И я посмотрела, вы знаете, для меня это было просто вот чудом. Я когда посмотрела, в центре диска не какая-то Австралия, не какая-то Америка, в центре диска Израиль. Для меня это было вот просто чудо, я не знаю, как вам передать, но у меня прямо уже слезами внутри, думаю, Господи, ну вот как ты велик, и вот в этом действительно ты такие чудеса являешь. Слава Господу.